Сидят деды на лавке, пиздят. И один говорит: о, вчера с такой девушкой познакомился. Пригласил ее в кабак, она не против. Пошли с ней, выпили, закусили. Деды в предвкушении сидят. Рты-то поразинули. Он: я ее пригласил к себе на чаек. Она не против, согласилась. Один дед не вытерпел и говорит: ну что, вдул ей? Он: ну как вдул? Как-как? Дорогие подписчики и зрители моего канала, как у вас дела? Как погодка? Не поверите, у нас сегодня плюс 20, солнце просто прекрасно. Наконец-то, я думаю, дожди, холода ушли от нас, не поверите, надоело. Несмотря на этот коронавирус, и так сидим дома, по мере необходимости выходим на улицу, в магазин, да? А тут еще эти дожди последнее время зарядили. Даже ничего не хочется делать, просто лечь, закутаться в теплый пледик и полежать. Но, слава богу, погода, не поверите, с сегодняшнего дня у нас многие магазины уже открылись. То есть ввели, да, какие-то ограничения, то есть дали возможность, открылись магазины, даже бассейны, не поверите. Но магазин, насколько я знаю, да, ну понятно, что в магазинах, в торговых центрах, в общественном транспорте ввели как бы вот это масочное, но его не убирали, да, но как бы пожестче на этот уклон сделали момент. То есть в таких местах нужно будет обязательно в масках и в перчатках ходить. Ну понятно, что большое скопление народу. Еще хочу сказать, у нас с сегодняшнего дня также открыли возможность посещать парки, то есть на улицу можно выходить, до этого как-то, да, то есть желательно сидеть дома. Понятно, что все выходили, все гуляли, но есть люди, которые, да, сидели, то есть по мере необходимости, можно сказать, следили за своим здоровьем, да, то есть бдительно к этому относятся. Вот я, например, я с детьми, то есть у меня дети сели как с марта месяца, числа с 15 или 16, и вот до сих пор сидят, то есть я с ними никуда, ничего. То есть сама вышла, дела сделала, магазин там с собакой назад вернулась. То есть дети у меня как сидели, так и сидят. Поэтому с сегодняшнего дня есть возможность выйти на улицу. Ох, наконец-то мы сегодня, ну я не то, что прям на 3-4 часа, нет. Хотя бы часочек возле дома, мы так с ними погуляем, отдохнем немножко, подышат пусть свежим воздухом наконец-то. Маленький в восторге, бегает за мной. Старший тоже: мама, ну наконец-то на улицу. Я говорю: ну, немножко, не сразу, чтобы так, ух, ломанулись, пойдемте скорее на 2-3 часа в торговые центры. Нет, нет, постепенно, потихоньку, и то так с аккуратностью, как положено. Но все равно будем гулять, постараюсь, чтобы большой тоже проследил, чтобы масочки он у меня был. То нет, не хочу, не буду. Хочешь, не хочешь, а надо, как говорится, одевать. Лишний раз позаботиться о своем здоровье. Поэтому как-то так. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.